В Нарьян-Маре начали формировать сборную округа, которая в следующем году отправится на престижные соревнования «Школа безопасности». Отбор жесткий. Подросткам предлагают пройти через целую полосу испытаний. Дисциплины напоминают армейские. Это бег, отжимания, подтягивания и даже метание конца Александрова. Выдерживают отнюдь не все. С первыми результатами двухдневного марафона Олег Хатанзейский. Эти ребята уже прошли отбор, они лучшие в своих школах. Однако, чтобы попасть в сборную региона, этого недостаточно. Свое лидерство им предстоит доказать во всех дисциплинах. Испытание отнюдь не детское. Ну, я могу где-нибудь штук 70 отжаться. И это не сверхрезультат, пожалуй, норма. Впрочем, Андрею Кожевину из 4-й школы отжаться 70 не удалось. Семиклассник переволновался. Впереди другие испытания. Тесты для настоящих мужчин проходят и девушки. Здесь они не слабый пол. 13, 14, ниже. 14. Анастасия Ефимкина побила личный рекорд. Спокойно 20 отжиманий. Для 14-летней девушки результат отличный. Круглая пятерка. В школе мы отжимаемся по 10 девочкам дают. Мы, ну, кто больше сможет, больше, сейчас я не знаю. Школа безопасности – это еще и неофициальные соревнования среди учебных заведений. На этот раз в марафоне участвуют всего 3 школы. Самую стойкую определят после 2-го соревновательного дня. Здесь самые спортивные ребята, и некоторые участвовали даже в прошлом году у нас на школе безопасности. Тоже на кружных соревнованиях. Кристина, давай, Кристина, руку задень, руку задень. Пошла, Карина, пошла! Хорошо, Каринка, хорошо. Крути. Ногу, Карина, первая, идем. Пошла. Эмоции переполняют даже тех, кто всего лишь наблюдает. Преподаватели физкультуры сегодня в роли наставников. Подопечные не подводят. Как настоящие бойцы, через боль и усталость они идут до конца, до заветной победы. Давай еще раз свободно сделаешь. Все. Давай. Есть. 13. Молодец, отлично. Эстафета передается, когда вы задеваете борт. Не человека, а борт. Дальше водное многоборье. В бассейне им предстоит выявить лучшего сразу в 4 дисциплинах. Метание спасательного круга, условному утопающему, бросок конца Александрова, плавание на скорость. Это, конечно, соревнование не за медали и звания, но каждый здесь старается победить. Ведь на кону место в сборной Ненецкого округа. Поэтому школьники плывут, что называется, изо всех сил. Для ребят, пожалуй, самое сложное – это плавание на время в неудобном спасательном жилете. Те, кто имеет даже небольшой опыт, справляются быстрее остальных. Тяжелее, чем просто. Даже не знаю, когда опускаешься, легче, когда плывешь тяжелее. По результатам первого дня самой стойкой оказалась 4-я школа. В 5 дисциплинах ее представители взяли золото. 2-я школа номер 3. Бронза у ребят изыскателей. Завтра 2-й соревновательный день. Школьникам предстоит пройти полосу препятствий, в том числе пожарную эстафету. По словам организаторов регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания, состав сборной НАО станет известен уже на следующей неделе. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, телеканал 7.